В Омской области аномальное малоснежие. Об этом сообщают синоптики местного гидрометцентра. Высота снежного покрова достигает нормы только в некоторых северных районах региона. Например, в Тевризе и Сидельниково около 30 сантиметров. А в целом по Омской области наблюдается нехарактерное для Сибири малоснежье. Синоптики назвали причину аномалии. Проходившие циклоны затрагивали в основном малую часть северных территорий региона. Однако есть вероятность, что до конца года зима возьмет свое. Отметим, последний раз подобный снежный дефицит фиксировали в 2000 году.